В Закарпатье задержали водителя «Лексуса», который сбежал от пограничников. Напомню, это произошло 27 июня в пункте пропуска «Вилок» на украинско-венгерской границе. Туда с целью дальнейшего выезда в Европу заехала престижная иномарка. За рулем был закарпатец, пассажир киевлянин. Пограничники обнаружили, что точно такая же машина с такими же номерными знаками уже выезжала из Украины в начале месяца и назад не возвращалась. Заподозрили, что перед ними авто-двойник. До досмотра не дошло, пассажир пересел за руль, развернул машину и помчался из пункта пропуска, снося шлагбаумы и травмировав пограничника. Чуть позже «Лексус» нашли брошенным в кустах. Беглеца искали несколько дней. Пользователи соцсетей уверены, в машине привозили что-то ценное, и водитель спасал груз. Пограничники свои версии инцидента пока не называют. Ми не маємо права розголошувати цю таємницю досудового розслідування. Прокурором вже оголошено йому про підозру. Санкція цієї статті передбачає штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт до 3 років або обмеження волі строк до 4 років. Судом обрано йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.